السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا رحمان الرحیم. حضور говорит: милость и милосердие Всевышнего Аллаха по отношению к нам проявилось в том, что мы уверовали в Хазрата обетованного Мессию Мирому и принесли ему обет верности. И это положение должно стать средством увеличения нашей веры, потому что если после этого мы не увеличиваемся в вере и в убежденности, то это не принесет нам никакой пользы. И в то же время мы должны распространять благовестие ислама безо всякого чувства трусости и комплексов. Иногда некоторые юноши и девушки думают, что в настоящее время, когда происходящие в мире мятежи и смуты связывают с мусульманами, не надо много говорить об исламе. Хотя большинство из них, по милости Всевышнего Аллаха, активно участвуют в делах ислама и принимают участие в распространении лифлетов. Но, тем не менее, есть некоторое количество молодых людей, которые имеют какой-то комплекс. Поскольку они являются мусульманами, то они называют себя мусульманами. Но при этом они не проявляют себя так, как они должны это делать. В то время как поступки других мусульман должны увеличить в нас смелость показать миру истинную картину ислама и рассказать миру о том, что нынешнее положение мусульман является доказательством истинности ислама, поскольку святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, предсказал, что наступит такое время, когда мусульмане испортятся и появятся мятежи и смуты. И так называемые богословы будут ответственны за это. Мирские дела одержат верх над мусульманами, и это время будет временем появления обетованного Мессии и обещанного Махди мир ему.
и он представит миру истинную картину ислама. Он будет распространять по миру истинную весть ислама, и мы, мусульмане Ахмади, являемся последователями этого обетованного Мессии и обещанного Махди, мир ему, действующими согласно истинному исламскому учению. И красивые примеры этого нам показал и научил нас этому Хазрат, обетованный Мессия, мир ему. Поэтому у вас не должно быть никаких комплексов. Некоторые люди, живя в этих западных странах, попадая под влияние мирских обстоятельств, становятся погрязшими в этой мирской атмосфере. На словах они дают обещание отдавать предпочтение вере перед миром, но их поступки свидетельствуют об обратном. Мусульмане Ахмади в своем отношении к людям и проявлении хорошей нравственности намного лучше других мусульман. Но в совершении поклонений и выполнении своих обязанностей по отношению к Аллаху они еще не достигают того уровня, который должен иметь мусульманин Ахмади. Также мусульмане Ахмади имеют недостатки и в отношениях между собой. А должностные лица общины имеют недостатки в проявлении уважения к людям. Об этом мне поступают жалобы из разных мест. Мы нуждаемся в увеличении уровня проявления уважения к людям. Та община, для создания которой был воздвигнут Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, должна не только исправить веру, но и улучшить нравственное состояние людей разного возраста и занимающих разное положение. Поэтому каждый из нас должен проанализировать себя, стараемся ли мы достигнуть этого состояния или нет. Поскольку в Германии строятся мечети и создаются новые общины, поэтому все большее количество людей узнает об общении, и вместе с этим мы подвергаемся большой критике. И это вполне естественно, что когда растет наша численность, мир больше узнает о нас, и чем больше мир будет узнавать нас, тем больше будет увеличиваться критика в наш адрес. Такое положение требует от нас, чтобы каждый из нас увеличивал уровень своей духовности и нравственности по практике. И увеличивал свое стремление к достижению цели обета верности Хазрату, обетованному Мессии, мир ему. Я всегда говорю и снова напоминаю о том, что 99,9% мусульман Ахмади, живущих в западных странах, получили разрешение переселиться в эти западные страны благодаря их принадлежности к Ахмадиату, а не по причине каких-то своих личных достоинств. И после того, как они поселились в этих странах, каждый мусульманин Ахмади является безмолвным проповедником Ахмадията. По милости Всевышнего Аллаха, хорошие примеры и хорошая нравственность большинства местных мусульман Ахмади производит хорошее впечатление на людей. Об этом рассказывают многие люди на различных мероприятиях. В последние несколько дней здесь, в Германии, было проведено несколько церемоний открытия мечети и закладки первого камня в основании мечети. И, по милости Всевышнего Аллаха, мне посчастливилось принять в них участие. И на этих мероприятиях местные жители, политики и люди, занимающие различные должности, делились своими мнениями. И их мнение подтверждает, что, по милости Всевышнего Аллаха, местные мусульмане Ахмади производят хорошее впечатление на живущих здесь людей. Thank you.
Но в то же время я почувствовал, что местные мусульмане Ахмади не познакомили местных жителей с исламом так, как они должны были это сделать. Потому что когда я на этих мероприятиях рассказываю об учениях ислама, эти люди говорят мне: «Раньше мы не знали об этом истинном учении ислама». И люди прямо говорили: «Эти красивые стороны исламского учения были скрыты от нас. Наше представление об исламе было таким, каким нам его показали средства массовой информации». И хотя мы знакомы с некоторыми мусульманами Ахмади, и мы приехали сюда на это мероприятие по их приглашению, но, тем не менее, в нас еще оставались какие-то сомнения. Иметь с кем-то личные отношения — это одно, но пригласить кого-то и прийти с кем-то на мероприятие общины — это совсем другое. Люди думают о пригласившем его мусульманина Ахмади: «Хорошо, это мой друг, и он хороший человек, но неизвестно, какой является эта община, на мероприятие которой он меня пригласил». И каково мышление этих людей, не являются ли они экстремистами? Поэтому эти приглашенные люди имели такие опасения. И такого рода опасения и сомнения я видел в каждой стране среди немусульман. Они думали, что будет, если мы примем участие в мероприятии мусульман. Не столкнемся ли мы с проявлениями экстремизма? Но после мероприятия они говорили: «Приняв участие в вашем мероприятии, мы поняли, что у нас были неправильные мысли об исламе. И, услышав от вас об исламе, нам стало известно, что ислам является религией мира и любви, и он распространяется посредством любви. И мы не должны связывать поступки нескольких людей с исламом. Как я уже сказал, здесь, в Германии, во время разных мероприятий, а также в других местах в мире, люди говорят: после того, как мы услышали ваши слова, наши сомнения и опасения относительно ислама удалились». В Германии некоторые люди сказали: «Если наше внимание когда-то обратится к религии, то мы войдем в ахмадийскую мусульманскую общину». Сейчас я приведу несколько примеров того, как меняется мнение людей об исламе после того, как услышав наши слова об исламе. Первая церемония открытия мечети прошла в городе Вальцхутинген, и в этом мероприятии принял участие господин Саймон Класс. Он сказал: «Сегодня мое представление об исламе полностью изменилось. И сегодня я узнал о настоящем значении слова «джихад». И после того, как я узнал настоящее значение слова «джихад», я понял, что для меня нет ничего страшного в этом слове». Он сказал: «До того, как я принял участие в этом мероприятии, я боялся, что там на меня может быть совершено террористическое нападение. Поэтому поначалу я принял решение не ходить на это мероприятие. Но когда один из моих друзей посредством интернета получил информацию об общине, он мне сказал: «Эти люди очень мирные, поэтому иди, и не будет ничего плохого от твоего участия в этом мероприятии». Но я все равно испытывал некоторые опасения. А после мероприятия он сказал: «Я благодарен вам за то, что я принял участие в этом мероприятии, потому что благодаря участию в нем я узнал, что вы не лишаете людей жизни, а напротив, проявляя сочувствие и сострадание к Божьим созданиям, вы даруете людям жизнь». Я
انٹرنیٹ پر معلومات حاصل کی تھیں اور ویڈیو بھی دیکھی تھی. اس نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ بڑے پرامن ہیں, اس لیے چلے جاؤ ان کے فنکشن پہ, کوئی حرج نہیں. لیکن پھر بھی کہتے ہیں میں خوف زدہ تھا, لیکن میں شکر کرتا ہوں. А господин Франц, делясь своими впечатлениями, сказал: «Сегодня я увидел тот ислам, который распространяется посредством любви, а не ненависти». Во время церемонии открытия второй мечети одна женщина сказала: «Сегодня я услышала об исламе такие слова, которые я никогда раньше не слышала ни от одного исламского лидера». Еще одна женщина сказала: «Сегодня я узнала, что ислам является религией мира и оказывает милость другим людям. Я также узнала о том, что ислам оберегает права соседей». В этом мероприятии принял также участие мусульманин из Сирии, который сказал: «Сегодняшний день для меня является днем сильных эмоций. Другие люди рассказали мне, и у меня было такое представление о мусульманах Ахмади, что они не являются мусульманами и что у них совсем другой Коран». Хазур поясняет: «Такие же представления есть и у других мусульман». И затем он сказал: «Но сегодня я узнал, что все это является ложью. И мусульмане Ахмади читают и следуют тому же самому священному Корану и веруют в того же посланника Всевышнего Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в которого веруют и другие мусульмане». И после встречи со мной он сказал: «Скорее всего, я стану мусульманином Ахмади». Такие же впечатления были и у наших гостей, принявших участие в церемонии закладки первого камня в основании мечети в городе Марбург. Проректор Марбургского университета сказала: «Меня переполняет эмоции от всего услышанного, и особенно после того, как я услышала от халифа об исламском учении о двух раях». Хазур поясняет: «В своем выступлении я рассказал об учении ислама о двух раях». Она сказала: «Когда я услышала ясное и подробное разъяснение о существовании двух раев, рая в этом мире и рая в мире ином, о том, как обрести рай этого мира, и о том, что обретение человеком рая этого мира является признаком обретения им рая будущего мира, это произвело на меня очень сильное впечатление. Сегодня я также узнала о жизни основателя ислама, хазрата Мухаммада, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и о начальном периоде ислама, а также о том, как ислам защищает права других людей. Если бы мир понял все это, то в мире создалось бы братство любви и примирения». Эмоции настолько переполняли ее, что она заплакала и сказала: «Я не могу больше ничего говорить, и у меня нет больше сил, чтобы что-то сказать. Посмотрите, христианка принимает участие в мусульманском мероприятии, и хотя она образованная женщина и проректор университета, но она ничего не знала об учении ислама. Но после того, как она услышала об исламе, ею овладели настолько сильные эмоции, что она не смогла сдержать слезы. Это есть то влияние, которое оказывает на людей прекрасное учение ислама, поэтому нет никакой причины для того, чтобы у нас возникал какой-либо комплекс». Госпожа Истар сказала: «Сегодня ваш халиф ответил на все мои вопросы, с которыми я пришла сюда, держа их в своем сердце. Но я боюсь, что после того, как услышав такие красивые слова, я уйду домой,
Вдруг завтра какой-то человек снова во имя ислама совершит какое-то террористическое нападение, и люди обратят все свое внимание к этому террористическому акту и забудут об этом мирном сообщении. Моя душа испытывает боль в связи с этим. Вот такие чувства возникают в сердцах людей. И таких впечатлений, которыми люди поделились со мной, очень много. Но, как сказала госпожа Истар, люди забывают мирное послание ислама, и действительно так и бывает. И особенно стараются средства массовой информации, чтобы перед миром не предстала красивая картина ислама. Поэтому нашей обязанностью является постоянное распространение вести любви и примирения и выполнение своих обязанностей по отношению к людям и по отношению к Аллаху. После каждого негативного поступка, совершенного так называемыми мусульманами, нашей обязанностью является распространение положительного образа ислама в мире. Поэтому постоянно поддерживайте связь с гостями, посещающими различные наши мероприятия. Почему мои слова оказали такое положительное влияние на людей? Какая причина этого? Мы читаем тот же самый Коран, который читают и другие мусульмане. Мы также совершаем молитвы, каких совершают и другие мусульмане. Мы верим в тот же шариат, который был ниспослан святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И мы верим в то, что он является последним пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которому был ниспослан шариат, закон Божий. Но мои слова оказывают положительное влияние на людей потому, что мы уверовали в Хазрата обетованного Мессию и Махди мирому, прибытие которого было предсказано святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и который, как я уже сказал, раскрыв суть ислама, представил миру мирное учение ислама. И теперь нашей обязанностью является распространение этого мирного учения ислама. Поэтому, с одной стороны, мы должны создать в себе положительные изменения, а с другой стороны, мы должны распространять книги Хазрата обетованного Мессии мирому, и это является нашей обязанностью. И как я уже сказал, в церемонии закладки первого камня в основании мечети в городе Марбург приняло участие большое количество гостей, профессора и студенты Марбургского университета, а также проректор этого университета. И о впечатлениях некоторых из этих гостей я вам рассказал. В числе гостей были также два профессора из Египта, которые преподают ислам и арабский язык. Я спросил одного из них, что именно он преподает из ислама. Он сказал, что он преподает предмет «Исламская философия». Я спросил его, читали ли вы книгу Хазрата обетованного Мессии мирому «Философия исламских учений». Он ответил «Нет». Я сказал ему, обязательно прочитайте ее, потому что без прочтения этой книги, сколько бы вы обрели знания, прочитав различные книги, глубокого понимания философии исламского учения обрести невозможно. Меня очень удивило то, что этого господина, профессора из Египта, привел национальный секретарь общины по распространению литературы, и он был его студентом в университете, и возможно, что он до сих пор им еще является. Одним словом, он достаточно хорошо познакомился с этими двумя профессорами, но несмотря на то, что он знает, какие предметы они преподают, и знает о том, какова сфера их интересов, он не дал им эту книгу. Как бы то ни было, я ему сказал, срочно подарите им эту книгу. И вчера я получил от него письмо, что он отправил им по экземпляру эти книги. Людям надо отправлять литературу на их родном языке. И им надо было отправить книгу на их родном арабском языке. Это такая книга, о которой многие арабы, прочитавшие эту книгу, пишут,
Прочитав эту книгу, мы узнали истинную суть ислама. И даже христиане мне пишут, чтение этой книги полностью нас изменило. Уважаемый господин Мустафа Сабит, ныне покойный, был большим ученым общины. Он обладал глубоким пониманием ислама. Он тоже когда-то сказал, что самой большой причиной его принятия Ахмадията была эта книга. Поэтому, когда вы знакомитесь с образованными людьми, обязательно дарите им эту книгу. Некоторые наши студенты, юноши и девушки, вероятно, думают, что, прочитав книги богословов и законоведов ислама, а также имамов и святых людей начального периода ислама, они приобрели много знаний, и теперь никто не может состязаться с ними в знании. Возможно, они получили много знаний, но об этой сфере богословы и мусульмане не Ахмади знают больше их. Поэтому, прочитав эти книги, они не должны думать, что они стали большими учеными. Если у кого-то в голове сидит этот червь высокомерия, то он должен избавиться от него. Уделяйте внимание не только книгам богословов начального периода ислама и святых людей, потому что обрести истинное знание и представить истинную картину ислама можно только благодаря прочтению книг Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Помните, что решения, принятые Хазратом Обетованным Мессии мир ему, являются истинными решениями. И толкования священного Корана, сделанные халифами Ахмадията на основании книг Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и являются истинными толкованиями. Читайте их и увеличивайте свои знания. Хазрат Обетованный Мессия мир ему был воздвигнут в настоящую эпоху в качестве справедливого судьи. Мы всегда должны помнить об этом. И то, что он сказал, является правдой и является истинным учением ислама. Поэтому не считайте, что, прочитав книги первых законоведов и богословов ислама, вы станете большими учеными. Вы не можете стать большими учеными, пока вы не прочитаете книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Когда Всевышний Аллах ниспослал Хазрата Обетованного Мессию мир ему для исправления людей этого времени, он сам даровал знания непосредственно ему. Хазрат Обетованный Мессии мир ему изрек: «Тот, кто верует, должен развиваться от веры к убежденности и глубокому пониманию, а не быть погруженным в предположение». Помните, что предположения не могут принести пользы. Всевышний Аллах сам провозглашает в Священном Коране: «Воистину, предположение ничем не избавляет от истины». Затем он изрек: «Убежденность является такой вещью, которую может сделать человека успешным. Без убежденности ничего не бывает. Если человек начнет испытывать сомнения в каждом деле, то он не сможет жить в этом мире ни одно мгновение». И Хазрат Обетованный Мессия мир ему привел пример этого. Он изрек: «Человек не сможет сделать даже глотка воды из опасения, что, возможно, к ней может быть примешан яд. Человек не сможет есть продукты с базара, опасаясь, что в них могут содержаться какие-то вредные вещи. Если он будет испытывать такие опасения и сомнения, то как он сможет жить?» Этот пример очень ясный. Затем он изрек: «Таким образом, человек может обрести пользу от этого в духовных вещах. А теперь сами подумайте и примите решение в своих сердцах, вы, принесшие обет верности на моей руке и уверовавшие в меня как в обетованного Мессию и справедливого судью. И если после этого уверования кто-либо из вас ощущает в себе обиду или неискренность в связи с принятием какого-то моего решения, то вы должны озаботиться состоянием своей веры. Вера, наполненная сомнениями и опасениями, не может принести какого-то доброго результата. Но если вы с искренним сердцем уверовали в меня и в то, что обетованный Мессия мир ему действительно является справедливым судьей, то отбросьте все свои сомнения и опасения перед его решением. Сомкните свои уста и уверуйте в то, что вам было сказано, и проявляйте уважение к его решению,
чтобы вас считали уважающими слова посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Затем он изрек: «Достаточно свидетельства посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, о моей правдивости. Оно дает мне утешение в связи с тем, что в нем говорится: когда придет обетованный Мессия, он будет вашим имамом и справедливым судьей. Если это не приносит вам успокоения, то что и когда вас сможет успокоить?» Затем он изрек: «Не может стать правильным и благословенным тот путь, когда вы имеете веру и в некоторых частях сердца имеете сомнения. Если я не являюсь правдивым, тогда идите и ищите другого праведного. И поистине поверьте, что сейчас вы не найдете другого праведного. Но если вы постараетесь найти другого праведного и не сможете найти его, тогда я требую только тех прав, которые мне даровал посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Люди, которые отказали мне, и те, которые возражают мне, не узнали меня. Но те, кто уверовали в меня и принесли мне обет верности, и после этого возражают мне, являются еще более несчастными в связи с тем, что сначала увидев, они стали слепыми». Хазур поясняет: это является большой вещью, что человек сначала уверовал, а потом у него в сердце появились некоторые сомнения, то есть после того, как он все увидел, он снова стал слепым и стал еще более грешным. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: самое главное состоит в том, что грехи понижают статус сомневающегося человека. Потом он привел пример Хазрата Исы мир ему, который сказал: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем. И затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: отсюда можно понять, что пророку приходится терпеть удары и мучения от своих земляков. И поскольку это является сунной пророков, то как мы можем удалиться от этой сунны? Хазур поясняет: некоторые люди выдвигают возражения Ахмадиату в связи с притязаниями Хазрата обетованного Мессии мир ему и в связи с тем, что богословы из его народа отказали ему и вынесли решение против мусульман Ахмади, что они не являются мусульманами. В число этих богословов входят и богословы арабы и других народов. И доказательством его правдивости является то, что когда бы и где бы ни появлялся какой-либо пророк, ему всегда отказывали люди его народа. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: то, что мне пришлось услышать от своих противников, произошло согласно сунне пророков. Хазур поясняет: противодействие является доказательством правдивости Хазрата обетованного Мессии мир ему, потому что так происходило со всеми пророками и является сунной пророков. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: и не приходил к ним никакой посланник без того, чтобы они не издевались над ним. Очень жаль тех людей, которых, если бы они пришли ко мне с чистым намерением, я бы показал им те знамения, которые даровал мне Бог. И Бог сам оказал бы им свою милость и объяснил бы им. Но они проявили зависть и злобу, и как теперь я могу объяснить им? Хазур поясняет: мы, уверовавшие в Хазрата обетованного Мессии мир ему, должны создать свою личную связь с Богом, а не заниматься только мирскими делами. И поскольку этот мир временный, мы должны заботиться о будущем мире. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: когда человек приходит искать истину с чистым сердцем, то все решается правильно. Но когда он прибегает к злословию и проявляет враждебность, то он ничего не получает. Хазрат Ибн Араби в своей книге «Хиджаджуль Карама» написал: когда Хазрат обетованный Мессия мир ему прибудет, он будет объявлен лжецом и невежественным, его будут обвинять даже в том, что он изменил веру. Хазур поясняет: сейчас так и происходит.
Затем он изрекает. И против меня выдвигают такие обвинения. Человек может спастись от таких сомнений только в том случае, когда он перестанет выдвигать свои обвинения и привносить свое понимание истинности пророка. Вместо этого он должен подумать о том, является ли он правдивым или нет. Хазур поясняет, подумайте об этом и молитесь Всевышнему Аллаху, чтобы узнать, правдив он или нет. Затем Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек, «Несомненно, некоторые вещи выше понимания некоторых людей. Но те, кто уверовал в пророков с терпением и стойкостью и добрым пониманием, ждут того времени, когда Всевышний Аллах раскроет им истину относительно этого». Далее он изрек, «Во время посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сподвижники не задавали вопросов, а ждали, когда приходил какой-либо человек и задавал вопрос, и они получали пользу от этого. В иных случаях они молча сидели рядом с ним и не смели задавать ему вопросов». Затем он изрек, «По-моему, самым лучшим и самым правильным способом является проявление уважения к пророку. В отношении того, кто не понимает необходимости проявления уважения к пророку и не принимает и не уважает его, существует опасение, что он будет уничтожен Богом. Вместе с этим он назидал и своих последователей. Вы не должны испытывать сомнения и подозрения, и без какой-либо причины вы не должны задавать вопросы. Самое первое – это то, что мы не должны испытывать какого-либо комплекса. Как я уже сказал, если по какому-либо вопросу существует мнение святых людей и богословов первого времени, то они не имеют никакого значения перед мнением справедливого судьи этого времени, если Хазрат, обетованный Мессией мир ему, представил какое-то свое мнение или решение, противоречащее их мнению или решению. Эти святые в свое время поистине служили исламу, и они по мере своих возможностей старались объединить умму. Но теперь, когда пришел человек, являющийся печатью халифов и печатью святых, и обновителем последних времен, и справедливым судьей, его знание, его решение и то, что он объяснил об исламе, является истиной, а то, что противоречит этому, является неправильным. И мы должны помнить о том, что мы должны следовать этому, и это является тем истинным исламом, который в настоящее время любит мир. Я уже поднял вопрос о том, почему нас любят люди. По той причине, что мы представляем тот ислам, которому нас научил Хазрат, обетованный Мессия мир ему. Я привел несколько примеров этого, хотя их гораздо больше. Второе, вы должны помнить, это то, что вы должны читать те книги, которые оставил нам Хазрат, обетованный Мессия мир ему, потому что они рассказывают нам об истинном исламе. Поэтому читайте их сами и дарите их другим людям, тем, с которыми у вас установились хорошие отношения. И особенно людям с доброй натурой. И во время повседневных разговоров с ними приводите им цитаты из этих книг. Это очень важно. Так что каждый мусульманин Ахмади должен обрести пользу от книг Хазрата, обетованного Мессией мир ему, и распространить ее дальше. Мы не беспокоимся, не должны беспокоиться о том, что нам скажут мирские люди, какие мнения о нас будут в немусульманском мире или у мирских людей. Посланники и пророки приходят только тогда, когда люди отдают больше предпочтения мирским делам, и религия начинает портиться, поскольку люди, занимаясь мирскими делами, забывают о своей вере. И вывести их на правильный путь является обязанностью последователей пророка. Поэтому, уверовав в Хазрата, обетованного Мессией мир ему, мы возложили на себя обязанности по исправлению мира. Но помните, что вам придется столкнуться с противодействиями. Мирские люди создают законы в соответствии с мирскими интересами. И если эти законы противоречат повелениям Всевышнего Бога,
то, находясь в рамках закона, нам надо постараться исправить этот мир и показать ему правильный путь. И в связи с этим вы не должны испытывать никаких комплексов, но выполняйте эту обязанность с мудростью. Так что мы не должны бояться того, что является неправильным, и если вера говорит, что это неправильно, то мы должны говорить, что это неправильно. Каждый мусульманин Ахмади должен помнить об этом. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, привел пример святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда люди задавали им много вопросов посланнику своего времени, этим обетованный Мессией мир ему объяснил им, что не следует задавать много вопросов, потому что это не способствует установлению полного повиновения. Затем он сказал, что когда другие люди приходят к нему и задают вопросы, то верующий получает успокоение, услышав его ответы. Прозорливость пророка состоит в том, что он отвечает на те вопросы, которые содержатся в головах людей. Если приходящие на наши мероприятия люди могут сказать мне, очень искреннему слуге Хазрата обетованного Мессии мир ему, вы дали ответы на те вопросы, которые были у нас в головах, то помните, что прозорливость пророка намного выше, и поэтому они отвечают на задаваемые вопросы с большой тонкостью. Поэтому вы не должны думать, что на ваши вопросы нет ответов. Ответы на них есть, но обязанность последователя обетованного Мессии мир ему состоит в том, чтобы они повышали уровни своего повиновения. Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, проявлял полное повиновение Хазрату обетованному Мессии мир ему. И Хазрат, обетованный Мессии мир ему, сам рассказал об этом. В повествовании рассказывается, что когда Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, находился на собраниях с участием Хазрата обетованного Мессии мир ему, он сидел рядом с ним, склонив голову, и он ничего не говорил и не задавал вопросов. Он получал пользу из его ответов, которые он давал на вопросы других людей, и он их записывал. Или он извлекал пользу из наставлений Хазрата обетованного Мессии мир ему, которые он давал на собраниях, слушая их очень внимательно. Помните, что дело не в том, что ислам не может ответить на некоторые вопросы. Нет, он дает ответы на все вопросы. Хазрат обетованный Мессия мир ему в своих книгах и наставлениях отвечал на вопросы всех видов. Поэтому я уже неоднократно говорил и повторю сейчас, читайте его книги. Для того, чтобы доказать достоинство ислама, нам необходимо читать его книги. И мы найдем в них ответы на все вопросы, включая вопросы, относящиеся к фикху, мусульманскому праву, и к нашим повседневным делам, и на все другие вопросы. Его халифы еще больше их разъяснили, некоторые вопросы, поэтому обращайтесь к книгам и разъяснениям халифов обетованного Мессии, читайте их и размышляйте над ними. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, неоднократно назидал свою общину относительно того, какой она должна быть и каким должно быть состояние веры людей. В этой связи я представлю вашему вниманию одно изречение Хазрата, обетованного Мессией мир ему, чтобы каждый из нас стал выполняющим свои обязанности, принесенного им обета верности. Он изрек. В настоящее время люди сильно испортились. У них появилось много нововведений и разных видов многобожия и другие духовные болезни. Обещание о том, что человек будет отдавать предпочтение религии перед миром, дается им перед Богом. И теперь должно быть так, чтобы он до смерти оставался верен этому. В ином случае считайте, что вы не принесли обета верности. Но если вы будете верны этому обещанию, то Всевышний Аллах благословит вашу духовную и мирскую жизнь. Согласно желанию Всевышнего Аллаха, будьте богобоязненны во всем. Это время является временем тонкостей, и тот, кто приведет себя в соответствии с желанием Всевышнего Аллаха, оказывает милость самому себе, своим детям и своим потомкам. Хазур поясняет, состояние мира в настоящее время сильно портится, и поэтому вы должны приложить усилия и всеми своими силами и способностями обратиться ко Всевышнему Аллаху. Затем Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек, «Посмотрите,
Человек ест по мере того, как он испытывает голод. Но если он съест только одну крошку хлеба, разве он спасется от голода? Вовсе нет. Точно так же, если он капнет себе в горло только одну каплю воды, разве эта одна капля воды спасет его от жажды? Нет, несмотря на эту каплю воды, он умрет от жажды. До тех пор, пока он не поест, не утолит свою жажду настолько, насколько это ему нужно, человек не может выжить. И то же самое относится к состоянию веры человека. До тех пор, пока человек не утолит свой духовный голод и свою духовную жажду, он не сможет спастись. Хазур объясняет, вы должны в такой же степени повышать уровень своей веры, богобоязненности, повиновения повелениям Бога, в какой человек утоляет свою жажду и свой голод. Далее он изрек, вы должны хорошо помнить, что не верить в некоторые повеления Всевышнего Бога, подобно оставлению всех его повелений, если вы отдаете одну часть своей веры сатаны, а другую Аллаху, то знайте, что Аллаху ненавистны соучастники. Затем он изрек, эта община была создана для того, чтобы человек обратился ко Всевышнему Аллаху. И хотя обращение ко Всевышнему Аллаху является очень сложным, и оно подобно своего рода смерти для мирской жизни, но в этом и содержится ваша жизнь. Благословенным является тот человек, который выбрасывает из себя сатаническую часть. И его благословение входит в его дом, и в его душу, и в его город. Но если этот человек обрел только малую часть благословения, то его благословение будет недостаточно для того, чтобы делиться им с другими. Обет верности не имеет никакого значения, пока человек после принесения обета верности не подтверждает его своими поступками. Это подобно тому, как если вы только говорите человеку много слов, но не помогаете ему реальными действиями, его это не радует. То же самое относится и к Богу. Он является тем, кто заслуживает наибольшего почтения. Разве может быть так, чтобы вы проявляли ему повиновение, а потом повиновались его врагам? Это называется лицемерием. Человеку в этом деле, в своей вере, не следует обращать ни на кого внимания до конца своей жизни. Затем он изрек. Плохие деяния бывают двух видов. Первое – это помимо Бога поклоняться кому-либо еще и не признавать Его величие и проявлять лень в поклонении и повиновении Ему. И во-вторых, не обращаться милосердно к Его слугам и не соблюдать их прав. И теперь вы должны не совершать эти два вида плохих деяний. Стойко придерживайтесь повиновения Богу и стойко придерживайтесь своего обета верности. И не подвергайте мучениям Божьих слуг. С полным вниманием читайте Священный Коран и поступайте согласно Ему. Избегайте всякого рода бессмысленных собраний, насмешек и многобожия. Совершайте пятикратную молитву. Одним словом, не должно быть ни одного повеления Бога, которое бы вы оставили без внимания. Очистите свое тело и свое сердце от всякой злобы, зависти и враждебности. Это те качества, которые требует от вас Всевышний Аллах. А теперь каждый из нас нуждается в самоанализе. До какой степени он избавился от такого рода бессмысленных и многобожеских собраний? Многие скажут, мы убеждены в едином Боге, и мы не посещаем многобожеские собрания. Но вы должны помнить о том, что любые собрания, такие как интернет и телевидение и тому подобное, отвлекающие вас от молитв и поклонений, являются собранием многобожия. Поэтому мы должны глубоко проанализировать себя. Хазрат Абитаван и Мессия Мирума особенно обратил наше внимание на совершение пятикратной молитвы. И соблюдение молитвы означает совершение молитвы вовремя и коллективно. И проанализировав совершение коллективной молитвы здесь, в Германии, я пришел к выводу, что пока здесь наша община в этом деле очень слаба. Люди пишут мне с просьбой молиться за них, но когда я их спрашиваю, «А вы сами совершаете молитвы, и регулярно ли вы их совершаете?» Они отвечают отрицательно или говорят, что они стараются совершать молитвы. Поэтому, если в тех, кто просит молиться за них, в первую очередь в них самих не создается боль для решения их проблем, и они не молятся об этом, то как эта боль может создаться в другом человеке, чтобы он молился за них?
Да, если человек сам выполняет свою обязанность вознесения мольбы, то в этом случае ему, конечно, помогут в этом мольбы других. И об этом же сказал и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Как я уже сказал, у некоторых людей нет такого уровня любви и братства, который они должны были установить между собой. А напротив, они имеют злобу, враждебность и ненависть друг к другу. Так что каждый человек должен проанализировать свое внутреннее состояние. Не смотрите на других, а посмотрите на себя и исправьте себя. Если вы исправите себя, то удалятся ваши плохие деяния по отношению к другим. Никто не может претендовать на то, что он является абсолютно чистым. Поэтому мы всегда должны читать истигфар и спрашивать у Аллаха прощения за свои ошибки и недостатки. Пусть Всевышний Аллах дарует возможность каждому из нас на самом деле стать выполняющими обязанности обета верности Хазрату обетованному Мессии, мир ему. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر سلم